Денис, приветствую тебя на совместном разборе ситуации на финансовых рынках. Мы с тобой встречаемся по вторникам и четвергам, то есть вчера виделись с Виталием, мы как раз разбирали ситуацию по нонфарму. Пришли, знаешь, к единому мнению, что нонфармы уже не те, что раньше. Я помню, это 12-13, даже 14 года, вот тогда рынок активно летал на нонках и показывал там движение в несколько фигур. Сейчас мы все-таки надеемся, наверное, больше, что рынок раскачает эти отчеты, но они даже вот с учетом последствий пандемии особого влияния, в принципе, на площадке и не имеют. Да, нет у этих отчетов власти на рынках. Ну, возможно, у чего-то другого будет. Денис, ну давай тогда вкратце подведем итоги, что мы с тобой разбирали в прошлый раз, и предложим конкретно уже новые идеи на сегодняшний день и отработку на ближайшие дни. Как раз вот до следующей встречи. Начнем давай. С меня. В прошлый раз я комментировал ситуацию по перспективам европейской валюты. Сейчас евро котируется на отметке в районе 1.0820. Собственно, рекомендую удерживать шорт, поскольку цель мы еще не сделали. Ближайший целевой ориентир – это отметка 1.07. И в плане фундамента сейчас как будто бы все звезды сходятся в пользу того, чтобы это развитие именно нисходящей динамики продолжалось. Это от слабой статистики, от потенциала роста доллара, от последствий пандемии на европейскую экономику и вот до кризиса с программой количественного смягчения, которая с некоторых пор, пожалуй, является центральной темой. Это когда Бундесбанк приостановил свое участие в действиях Европейского центрального банка по стимулированию в целом еврозоны и приостановил, опять же, не по собственной инициативе, потому что таково было решение Конституционного суда. Ну, знаешь, вот я разбирал с коллегами эту ситуацию, очень она интересная, поскольку можно с двух плоскостей посмотреть, как в целом решение суда, если оно будет продлено после, опять же, вот этого периода в 3 месяца, повлияет на программу количественного смягчения и на евро. Я вижу здесь негатив, потому что если Бундесбанк не будет поддерживать Европейский центральный банк, то, соответственно, возможности еврозоны по восстановлению будут ограничены. То есть это, скажем, точно фактор потенциального ослабления главного валютного риска. Но, с другой стороны, я рассчитываю все-таки на проактивность Европейского центрального банка и, опять же, оперирую комментариями Кристин Лагард пятничными о том, что даже невзирая на это решение, центральный банк еврозоны будет активно помогать сейчас экономике, потому что у них есть вот согласованный пакет финансовой помощи, который они должны распалить как ликвидность на всех секторах европейской экономики. Поэтому здесь смело можно ставить на прежний фактор увеличения денежной массы и логичный эффект любого стимулирующего подхода, любого смягчения, любой меры смягчения монетарной политики для главного валютного риска. По евро, я думаю, что мы не просто так снижаемся, я очень надеюсь, что это не просто коррекция от локальных максимумов, это развитие нового нисходящего тренда, поэтому ближайшая цель 1.07. Также по биткоину мы с тобой говорили в преддверии халвинга, он, собственно, состоялся, реакция не совсем та, которую хотели бы увидеть оптимисты, но в то же время еще не вечер, как говорится. Я придерживаюсь, скажем, лагеря трейдеров, которые считают, что в перспективе ближайшего года-полутора, это как раз тот самый период, в течение которого отрабатывалась восходящая динамика биткоина после первых двух халвингов, после этого ситуация может повториться. Ну, пусть не с таким же динамичным ростом, как и раньше, но все-таки укрепиться мы можем. Поэтому, друзья, как уже было отмечено, рынок криптовалют – это, безусловно, очень рискованная среда, очень спекулятивная среда, куда более спекулятивная, чем рынок Форекс, фондовые индексы и активы. Но какую-то часть капитала я все-таки рекомендую держать в нем, потому что если на рынке криптовалют зарождаются движения, они, как правило, являются довольно мощными. И было бы неплохо эти движения поймать. Поэтому, в принципе, прежние ожидания теза десятки и закрепления выше – я сохраняю. Что касается сегодняшних идей, давай, Денис, рассмотрим, с твоего позволения, индекс доллара. Да, давай. Так, одну секундочку.
Даже сделаем не так, здесь лучше. По индексу американской валюты я рекомендую все-таки присматриваться к покупкам и делать это через отложку buy-stop с уровня 103. При этом стоп-лосс можно поставить на уровень 99.70. Я уверен в росте индекса доллара, поскольку, опять же, это эталонный защитный инструмент, который сейчас имеет достаточно почвы для роста. Это и последние отчеты по non-farm payrolls, которые разочаровали, безусловно, и, в принципе, мы видели худший отчет по рынку труда США за все время наблюдения за статистикой. Потом очень много вопросов сейчас к тому, как дальше будут развиваться отношения торгового характера между США и Китаем. Третий фактор роста – это все чаще сейчас звучащие разговоры о том, что победа над пандемией не будет быстрой, и есть даже риск и вероятность повторной вспышки, тем более, что в качестве регионов есть прецедент Южная Корея, Германия и тот же самый злополучный Ухань, с которого все началось. И в качестве спекулятивной идеи, еще вот связанной с коронавирусом, я думаю, что те, кто следит за новостными сводками, знают то, что вот в ближайшем окружении Трампа были обнаружены случаи, подтвержденные с положительным результатом коронавируса. Это пресс-секретарь Пенса, который является вице-президентом США. Я допускаю, что как-то через, опять же, какие-то контакты третьего рода, скажем так, но есть риск того, что все-таки пандемия может начать активно разгуливать по Белому дому коронавирус со всеми вытекающими отсюда последствиями. Советую не обращать внимания на текущую коррекцию, ждать вот как раз уровень 103 и оттуда уже брать с целями скрепления выше 101. Ну и поскольку я все-таки верю в рост индекса доллара, соответственно, американской валюты, предлагаю еще одну сделку, это по британцу, одну секундочку. Здесь в качестве сделки рекомендую sell limit с уровня 1.2390, примерно, который совпадает вот с уровнем FIBA 50. А в качестве цели это поддержка 1.22, а что касается стоп-лосса, то можно будет поставить на уровень 1.2450. При этом по фунту здесь движущей силой могут стать как раз неплохие шансы укрепиться у доллара. И потом еще последствия, опять же, комментариев Бориса Джонсона на его воскресном выступлении, то, что меры будут смягчаться постепенно, сниматься карантины в Англии. И в случае эпидемиологической обстановки, ухудшения ее, то все эти послабления будут, собственно, поставлены на холд, и карантин вернется с полной силой. Повторюсь, что Англия сейчас остается в эпицентре именно пандемии, количество летальных исходов пусть сокращается, но все-таки этот риск уже не раз был поводом, из-за которого Англия прочит самые плохие перспективы экономического роста. И, кстати, завтра, когда выйдут темпы экономического роста по Англии, мы как раз в этом сможем убедиться. Поэтому здесь только лишь позиции вниз. Денис, на этой ноте передаю тебе слово. Пост дал, пост принял. Угу. Отлично, меня сейчас должно быть хорошо, уже видно. Да, уже видно. По поводу, ты просто затронул тему как раз коронавируса. Здесь в этом плане у меня мнения мало того, что не менялись, они лишний раз подкрепились, потому что это на самом деле не более чем такая вот мировая истерия и самая большая вообще афера в системе здравоохранения, которая когда-либо была сделана. Вот. А по поводу индекса доллара, значит, я включил специальный фьючерс для того, чтобы видно было хорошо, то есть где происходили переливания объемов, где наиболее крупная ликвидность сохранялась. А мы четко видим, что у нас вот были, причем по аскам, это означает, это рыночные покупки у нас проходили в районе 99. То есть 99 это были такие мощные закупки, причем с большим даже вот видно опорным вертикальным объемом. Потом перетекание частичное вверх, дополнительные покупки, также вот видны по аскам входы, и затем уже подтолкнули вверх. Но что меня здесь смущает, не добили до, как ты уже озвучил, район 101, у меня вот как раз этот диапазон 185 вплоть до 101.05 примерно. Ну, в общем, если это округли, то примерно, да, 101. В идеале хотелось бы туда увидеть движение, потому что, в принципе, уже на протяжении сколько? Ну, полтора месяца, да, вот ровно полтора месяца цена вот в таком размашистом флете движется, и
по большому счету, в идеале тестируем верхнюю границу, и затем уже после этого, то есть у нас происходит новый этап снижения. То есть это то, что, во всяком случае, я бы хотел увидеть именно вот этот добой. То, что в перспективе доллар будет снижаться, у меня, если честно, особо сомнений в этом плане даже и нет. Вот, то есть, ну, я просто не разделяю вот эту мировую истерию и думаю, что очень-очень скоро уже все-таки здравый разум победит и все вернется на круги своя. Вот, во всяком случае, там, даже самая и Швеция это все очень, очень грамотно и красиво доказала, что все это просто миф. В общем, если говорить вот про наши экономические перспективы, то в Штатах дела не просто плохи, а хуже, чем догадывались, потому что, да, и прошлые отчеты, как ты уже говорил, в пятницу у нас вышли достаточно разгромные, и плюс ко всему еще и реальный уровень занятости упал там, по-моему, до 51.5%, насколько я помню, сегодня только видел эти данные, то есть еще, фактически это означает, что статистика не полностью отражает то, насколько у них сейчас жопа. Поэтому под эту шумиху я все-таки склоняюсь к тому, что средний срок мы увидим вниз по индексу. Единственное, что еще может произойти, если с текущих решат пройти вниз, тогда уже однозначно не будет вообще никакого 101 и сразу пойдут. Но я склоняюсь тоже к варианту, как и ты, что через 101, а потом уже только вниз снова к нижней границе данного флета, потому что другой здесь ясности сигнала никакого просто нет. Цена в середине диапазона, и она абсолютно одинаковая, как вверх, так и вниз может пройти. То есть здесь ровно 50 на 50, но пока что ближе все-таки к верхней границе, чем к нижней. А что касается фунта, вот по фунту у меня сейчас я не трогаю, в принципе, ни фунт, ни евро. Потому что здесь такая ситуация, что цена, опять-таки, находится как бы и у нижней границы. То есть у нас в четверг был сделан такой хороший, значимый кульминационный объем. Его в итоге вчера вниз протестировали. Я ожидал, что все-таки добьют вниз, потому что здесь вполне логично было сформировать бы в идеале ложный пробой как раз в районе примерно 1.22. И отсюда уже пойти достаточно мощный тренд вверх. Причем здесь самая первая цель будет находиться по уровню максимального баланса. Это в районе приблизительно 24.50. То есть это была у меня самая первая цель. И ни много ни мало, где-то 250 пунктов как раз целюсь. Но вопрос в том, сразу они туда пойдут или через коррекцию. Мне бы хотелось увидеть через коррекцию. А здесь я предлагаю вообще вне рынка, вот с точки зрения покупок однозначно вне рынка находиться, потому что завтра еще и блок новостей целых по Британии. И, собственно, идея твоя по поводу 23.90-24, у меня это называется зона продавцов, вот она видна на 4-часовом графике, классическая именно зона продавцов, и чаще всего она действительно дает на коррекцию. Но альтернативный вариант, на всякий случай, просто чтобы те, кто нас смотрели, понимали, как действовать при альтернативном сценарии. Что если цена сможет закрепить 4-часовой тайм в районе приблизительно 24.5, тогда я рекомендую жесткие покупки вот с этой зоны. Но это только в том случае, если произойдет четкое закрепление в районе приблизительно 24.50 4-часовой свечи. Только в этом случае. Все остальные случаи по приоритету вниз, и поэтому, да, я тоже к этому варианту больше всего склоняюсь, что приблизительно могут вот такую схему разыграть, то есть вверх, добой вниз, потому что уж очень много вкусной ликвидности у нас как раз собралось внизу, а затем уже можно будет смотреть действительно хорошие лонги. Вот, поэтому такая вот загогулина у меня получилась. Плюс ты еще упоминал по поводу того же биткоина, здесь у меня анализ также не менялся, единственное, вот, предыдущий максимум немножко обновили вверх, и на халвинге, который вчера там произошел, то ли в 22 с копейками по московскому и киевскому времени, и затем вот попытка проталкивания вниз. То есть это классически, ты прекрасно знаешь, что такое выброс на рынке, то есть как это модно называть шейкауты, но я предпочитаю все-таки больше русские слова, то есть банальный ценовой выброс сделали, захват ликвидности, то есть те, кто здесь как раз пытались купить на пробой, таких было предостаточно, особенно вчера на фоне зарождающегося вот халвинга. И, собственно, вот при коррекции вниз самое лучшее, вот, по-разному уже высчитывал, но все равно у меня получается самая классная, такая аккуратная зона для покупок 6430-7300. Вот с этого диапазона можно реально очень хорошо купить. И, собственно, вот, перспективы ближайшие приблизительно в район 11,5 тысяч за момент.
это то, что касается битка. Если сюда добьют, вот с этой зоны я бы действительно очень рекомендовал бы внимательно присматриваться к возможности покупок. Денис, большое тебе спасибо за комментарии, за сделки. Ну что ж, итоги будем подводить в следующий четверг. Там и статистика тоже будет перед пятницей еще. Про доллар будет интересно еще пообщаться. И особенно фунт в среду, да. Точно, да. Короче, пищи фундаментальной и, я надеюсь, технической тоже будет предостаточно у нас с тобой. Друзья, всем тогда спасибо за внимание. Надеемся, то, что наши рекомендации вам полезны. Если что-то не так, что-то нужно добавить, обязательно пишите об этом в комментариях. И не забывайте ставить нам лайки. Всем пока. Спасибо, всем пока-пока.